Чемпиона мира по борьбе на поясах Владислава Крастылева встречают тренеры и одноклубники. Наставник молодого спортсмена, заслуженный тренер Украины Виктор Лозовой, не скрывает, что не ожидал от своего воспитанника такого отличного результата. Надежды, если честно сказать, у меня не было, что он там станет. Ну, надеялся в лучшем случае призером. Думаю, может, жребий хороший. И хотел бы сказать, что он же у сильных таких стран выиграл. Но жеребий Владиславу Крастылеву особо не благоволил. Соперники ему попались непростые. Однако «Мариуполис» успешно одолел всех и порадовал своего тренера золотом мирового первенства. В Рязани, где проходил чемпионат мира по борьбе на поясах, наш спортсмен вел поединки в весе до 50 килограммов. Первый поединок боролся с борцом с Белоруссии. Выиграл уверенно. Сразу в первой схватке за 15 секунд бросил, выиграл. Потом боролся вторую с борцом с Таджикистана. Там посложнее боролся 3 минуты, по баллам выиграл 7-1. Вот. Ну и третью боролся за выход в финал с азербайджанцем, тоже выиграл уверенно. И в финале с русским тоже уверенно выиграл. Это уже вторая престижная награда в копилке спортивных побед Владислава Крастылева. Не так давно мариуполец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Борис Яковенко, Евгений Воробьев, информационная программа «Зеркало».